Поставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также BeWorld и Roof. Мы находимся в BeMNG Drive, и это спуск с горы без тормозов. Здорово, ребята. Привет. Ребят, сегодня мы находимся в Бимке, и у нас сегодня рандомный спуск с горы. У нас сегодня есть, ребят, вот такая вот гора, гляньте на нее, она очень большая, очень классная, очень опасная, да. И сегодня, ребята, мы будем спускаться на тачках, но не обычных, а на реальных машинах из реальной жизни. У нас стало еще больше машин, и у нас есть клавиши рандомного спавна, что помогает нам очень быстро спавнить тачки и экономить время на выбор машин. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Итак, под самое начало мы прямо сейчас сделаем по одной рандомной тачке. Давай, Гриш, ты первый нажимай, потом уже Паша, потом уже я. О, у меня так, у тебя Лансер. Слушай, такой неплохой. Ну, давай, все, Паш, да, теперь хороший. Ты. А у Паши это Ford Focus новый, слышишь, который это крутой, новый Ford Focus, да. А, и теперь... у него прям раллийный, смотри, да? Да, прикольно. Да, да. И теперь я нажимаю. У меня это пока Audi A8. О, слушайте, прикольно. Так, тачки есть сейчас. Новое. Да, мы создадим клонов, приготовимся к нашему заезду. Окей, мы готовы. Итак, сначала стоят клоны, ну, то есть боты Гриши, потом мои, потом уже Паши, да? Окей, а что по конфигурациям есть? Спорт и дрифт. Дрифт, прикинь, есть на А8, прикольно. Итак, на счет 3 мы запускаем ботов. А, давай, Паша, отсчет и нажимай на счет 3 кнопку, мы убегаем. 1, 2, 3. Поехали. Так, 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 твои-то немножко... Упанули. Да, чуть-чуть. И. О, там авария, 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 авария. Ема, ема. Минус Форд один вижу. Ага, ты вижу, вижу. Это, Тони, прыгай. Я не знаю, не знаю. Ой, что такое-то? Куда поехал-то? Ты видел? О, видел. Он чуть не вынес меня таким образом. Так, ладно, я вижу куда-то. О, там аудюхи раз. О, черт, фига, ты полетел, я видел. Да-да-да-да. Ой, куда я? Бачок потик. Нет. А все, я приехал. Мне двигатель. Реально? А я что-то. А я тоже заглох резко. Что? Сломан энджин у меня. А почему? О, у меня тоже. Слушай, а почему? Ну я еще еду. А я тоже еще еду, слушай, в принципе. Только, конечно, я думаю, что не доберусь никуда. А где Паша? Так, а где Паша? Привет. А где Паша? Не знаю. Да я криво еду. Ты криво едешь? Криво едешь? Ну, ты в принципе... хотя бы едешь, мы-то вообще не едем. Да, я заглох. Тут боты, короче, едут. А как я так-то получилось? Я сквозь воду еду. А вот это Паша, да? Ты Паш едешь. Паша боком едет, смотри. Боком, да, боком. Просто по 45 градусов ставится и хреначит вперед. Короче, я не знаю, это можно ехать, наверное, вечно, потому что она едет 40 у меня всего лишь. И это можно ехать... 130, короче, ребят, держу в курсе. Еду. Короче, я не буду мучиться, это реально очень долго будет. Так, где у нас там Паша, мне интересно. О, это Паша летит? Да, слушай, Паша будет первый на финише. Вместо да. Паши там один дым просто, я смотрю. Да, есть дым, есть, да. И Паша в хлам разбита, но он едет, слушай, реально. Это бот, что ли, поехал? Это бот поехал, смотри. Паша с ботом. Через воду проезжает, бамс. Жесть. Что-то у вас произошло, что там такое было, Гриш? Бот просто по прямой пошел и в тачку шатался. А у меня бот типа на двух колесах, как это... каскадерский какой-то. Это ты сейчас, Паш, да, съезжаешь вниз, получается, да, вот уже да. По асфальту. А, все, да. Ну, короче, Паша будет первый, я понял. Я понял. Может, да, Гриш, да, не да, парится, да. Да. Потому что я там заглох, Гриша сзади едет медленно, и, видимо, ты доезжаешь. У меня хотя... такое ощущение, что у меня какой-то электропривод, потому что я еду. Ну, у тебя, да, почему-то ты едешь, а почему, непонятно. Ну, Паша доезжает, да, у Паша раллийная тачка помогла доехать, да. Окейушки, так, Гриш у нас здесь где-то плетется, где, не знаю, где-то плетешься. Я вот, смотри, на спуске, я уже, я скоро буду. А, я все с тобой смотрю, да, я понял. Яндекс доставка скоро доставит. Но это, короче, не важно, потому что Паша первый доехал, это самое главное. И Манис, конечно, в хлам машины есть некоторые. Ладненько, записываем баллы в карман, это Паша плюс баллы, идем дальше. Окей, продолжаем, ребят. Итак, у нас новый раунд. Итак, давай так, Паша, делай себе тачку рандомную одну. Сейчас посмотрим, что там тебе появится. Паша спавнит, и у Паши там... Ой-ой-ой-ой-ой, это прикольная штукенция на самом-то деле. Давай теперь ты, Гриш, спавни. О, тебе рейнджак выпал, прикольный, слушай. Да, интересненький, реально. Что у нас, Паш, происходит? Так, я пока делаю себе рандомную тачку, и у меня это... О, у меня выпала это Цешка. Цешка 204-я, седан. Не знаю, АМГ, не АМГ, не вижу, честно говоря, по шильдам. Это не так, вроде как АМГ. Попробуй ее поехать. А, да, багованная, ребят, да, все, она багованная, да, я меняю ее. А, Кадиллак из... не Скалейд, господи, а как он, CTS выпал мне, да? Хорошо, да. Итак, я пока встаю за Пашей. Гриша, давай там за мной вставай и делаем клонов сейчас.
Окей, мы готовы, ребят, мы готовы, и тачки, в принципе, у всех есть, но у вас такие, блин, как бы внедорожники прикольные, по идее, да? У меня здесь все-таки это седан. Что по конфигурациям? Спорт есть, есть софт, туринг есть конфигурация какая-то, а что за туринг? Пускай будет туринг, я не знаю. Так, так, а у меня что? У вас там что, да, скажите тоже. Grass, Grave, Snow. Snow? Да. Трава, снег, я понял, типа такое, да? Рок, гравл. Ты что, курил? Гравл, да, я понял. Это, короче, типа камни. Ну окей, давайте, наверное, Гриша, ты давай отсчет и нажимаем на счет 3 кнопку «Беги». Раз, два, три, поехали. Погнали, ребят, давайте стартуем. О, что произошло? Что за мясо? А что такое-то? Просто мясо какое-то. А что случилось? А Паша, Паша стоит, а почему Паша стоит? Паша поехал, да? Да, меня залагало, короче, ребят, сорян. А, я понял, поэтому они не поехали. Ну, у меня уже авария была, поэтому... Ладно, короче, посмотрим, посмотрим, кто доедет первый. У меня только что вся машина разделась. Нет, что за хрень? Что такое? Уйди, бот, блин! Уйди, да не в меня! Ну не в меня! Я тоже перевернулся. Охренеть, там бот Паша меня атаковал 2 раза. У меня крыша отвалилась. А или что, это багажник? Реально? У меня как будто крыша на бедрень. Так, я не знаю, где ты едешь. А, вижу, это ты впереди меня, я вижу, все, хорошо, давай. Поехали. Так, меня обходит мой же бот. Там твои боты, кстати, едут. Чего колесо тут катится? Не знаю, Паш. Я пытаюсь чего-то колесо обогнать. Ой-ой-ой, там боты, походу, столкнулись, да? Реально, да? Куда, чего, у меня заглохло все. Что у меня звук прорвало? Не было звука, резко звук появился. Газуй. Поворачивай, пожалуйста, поворачивай. Лево. Тут летят. Лево, нет, блин! На колеса, пожалуйста, офигеть! Жить! Где Ваня? Все, сломан энджин. Ну нет! Так, ну, а мы еще боремся. Паша, ну все, ребят, я приехал. Еду. Так. Нет! Это что было? Я хотел... Бота не подрезал. Это я был. Это ты, что ли? Что, да, я понял, что ты хотел вынести. А где Паша? Паша уехал вперед, да? Или где? Не знаю. А где ты, Паш, скажи мне? Ты... Ну я... Спускаюсь вниз. Я уже на спуске. Я уже вот на последнем. Я скоро буду внизу. Не, передо мной никого нет. Твой бот здесь попыхается. Все, понятно. Это, видимо, Паша за тобой едет, скорее всего, я так понимаю. Скорее всего, да. Я, конечно, не знаю, ребят, я не вижу. Осталось просто спуститься и, в принципе, все. Ну, отлично. Да. Гриша доехал первый, спокойненько, вообще без проблем абсолютно доехал и зарабатывает балл. Да, ну, ладненько. А, кстати говоря, я забыл о правилах. У нас же такое правило есть. Кто приезжает первый, имеет право заменить себе машину на одну другую, если что. Я об этом забыл, ну, как бы вспомнил сейчас, поэтому хорошо. Окей, значит, сейчас Гриша первый зарабатывает балл, возвращаемся, готовимся к третьему раунду. Окей, мы готовы. Итак, сейчас Паша делает себе одну тачку рандомную, нажимая прямо сейчас себе на одну рандомную тачку. Посмотрим, что там у Паши сейчас будет. А у тебя, Гриш, есть возможность заменить одну тачку на другую, любую, какую-нибудь. И у Паши там Бугатти. Офигеть. Так, давай, спавни себе. Но смотри, да, ты помнишь, так, что если спавню, ты... Да. Так, у тебя рейнджак оставляешь или меняешь его? Я оставляю, я оставляю. Хорошо. Теперь я себе спавню тачку рандомно. У меня это... О, у меня Porsche выпал. Яма на колесах каких странных. Это... О, она стенсовая у тебя, походу. Да, она жесткая какая-то. Это Porsche Spyder. Дайте я вперед встану. Или кто, или пусть... Пускай Паша будет первый, давай, я второй буду. Давайте, окей, делаем клонов. Так, ладненько, я не знаю, как на этом ехать, честное слово, просто даже понятия не имею, как на это можно доехать, мне но... Мне кажется, ты недалеко уедешь, потому что у тебя тачка низкая. Да, у меня есть Sport Plus на 5000 крутящего момента, я понял. Хорошо, ладненько, Паш там встал с краю, Паша есть план какой-то, понял, типа, объехать всех. Ну ладненько, давай, короче, на счет 3, Паша, нажимаешь клавишу «Беги», и мы стартуем, давай отсчет. Так, раз... 2, 3. Все, мы начинаем. Поехали, мужички, давайте. Желаю всем удачи. Так, ну у меня... Ой, полетели бампера от моих. Что такое? Чей бампер? Это чей бампер? Это мой бампер. Ой-ой-ой, что за фигня? Что за фигня? Нет, не режь меня. О, что здесь произошло? Там просто какое-то мясо. Твои тачки прыгают жестко, Вань. Я вижу, да я тоже... Ой, ну все, понятно. Ой, я за багажника ничего не вижу. У этой тачки отваливаются колеса, я все понял. Ну-ка ты поехал наверх, дурак, нафига? Класс. Ну все, а я все, ребят. Все, да? Понятно. Не, я еду пока еще, но у нее колеса в разные стороны. У нее просто у этого Porsche колеса разваливаются. Паша впереди, насколько я понял, да? Паша, ты впереди? Наверное. Но Паша был же план, да? Вообще сумасшедшая.
А ты где, Гриш? Ты впереди? А, я по центру еду сейчас где-то. Блин, я врезался. Я не знаю, 1 километр от меня. Это кто? Это Паша или кто это? За тобой сейчас я еду. Я могу поехать? Ну, поесть, пожалуйста, хоть как-нибудь. Не, ребят, все, короче, это габелла. Гляньте с колесами. Ну, что это такое? Это, короче, это не Порш, это какая-то фуфлотачка, честно говоря. Ладненько, что там у вас? Да, ебать. Кто-то летит так жестко. Я лечу. Тихо. Там кто-то... Что? Кто там? Там бот Паша, врезался сзади? И телепортировался обратно почему-то. Это я. А ты телепортировался обратно? Это Паша, это Паша. Меня это не бот, это Паша. Паша бот, я понял. Вот в чем дело. Слушай, нет, у меня подвеска сломалась. А где ты? А ты уже на зеленке ешь, Гриш? Да, я уже на зеленке. А, ну все, ты доезжаешь первый. Ты доезжаешь, видимо, да? Я не знаю, я доезжаю или не доезжаю. Ну, скажи, доедешь. Доехал, да. Окей. Not bad получилось, not bad, слушайте, да. Ну здесь, конечно, не, но я догадывался, что у меня Porsche Pop вообще не та машина, которая нужна мне для этого испытания, потому что она развалилась просто на первом же касании воды. Ладненько, не страшненько, идем дальше, буквально еще раунда два мы успеем сделать. Так, продолжаем, ребят, у нас новый раунд. Итак, сейчас получается... Ну что мы творите, мужички? Так, давай, Паша, делай себе тачку одну рандомную, у Гриши есть возможность поменять одну машинку на другую. Куда Паша поехал? Паша втопил... Что такое? Это, ты куда, Паша, уехал? Стоит. Чего? Куда он у меня ехал? Уехал? Нет, здесь стоит, вот он. Что? Ладно. Допустим, это какой-то баг или что? У меня уже он уехал в километр... Что? Ладно. А нажми R, Паш. О, Паша этот, я понял. Половичок, неплохо. Давай так, Гриш, делай себе тачки. Либо одну, либо замени ее. Еще подожди, есть возможность у тебя. Сейчас... Так, у тебя там так, давай, что, грузи. Делаю да. Две, да, у меня? Ну, смотри, да, можешь заменить, если какая-то получится не очень хорошая машина. Так, пока смотрим, загружается. У тебя там что? У тебя там Audi пока... TT. А, о, слушай, ну по идее неплохо пока не... А вот, берешь ее или блин, меняешь? Я не знаю, или поменять? Ну, вот смотри. Вот такое, 50 на 50, вроде она ничего. Ну, оставляешь или меняешь, да? Или оставляешь? Ладно, давай оставлю, попробую. Окей, я делаю себе, и у меня это... О, у меня кабрик. Кабрика М4. Но вопросы, куда я доеду, честно, даже не знаю. Ладненько, сделаем сейчас клонов. Ладно, все, мы в принципе готовы. Здесь, короче, Audi, Volkswagen и BMW. Чисто, короче, немецкий концерн собрался здесь. Итак, что у нас есть? Спорт есть у меня конфигурация. И, в принципе, спорт, комфорт и ESOF. Пускай будет спорт, Паша пытается забраться на половичке вверх. С трудом как-то, знаешь, так. С трудом прям забирается. Я что-то не знаю. Проблемы. Это поло, да, поло такой, да. Ничего. Да, окей, ладненько, давай, Гриша, а готов, Паш, да, уже? Окей, мы готовы, давай, Гриша, отсчет, и запускаешь ботов на счет давай, три. Давай, давай, раз, два, три. Поехали, и так, там у Паши, что? Что случилось, смотри? Я не знаю, они тормознули твои, а мои вшатались, или подожди, да, 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 нет, там в половичка врезались, да, да, да. Так, ладненько, поехали, мужики, поехали, так, ну, вроде как еду, да? Фара че-то полетела, надо из окна достать ее. Из окна. Бачок потик. Ой, кто-то горит кто-то. Реально? Реально? Моя. А, что? Что-то такое? Что было? Какого хрена? Я просто сальтуху сделал, несколько сальтух сделал. Реально? У меня колесо заднее просто горизонтально, как будто у меня это машина летающая. Да, Паш, там едешь, да? Еду, Паша, вроде как. Едешь, да? У меня бачок потик, короче, поэтому не буду здесь как-то пытаться аккуратничать. Да, я первый пока еду. Ага. Блин, я пока первый, за мной бот какой-то едет. Мой же. 320, 330, отличная скорость, хорошая, ребята. Блин, если бы я не перевернулся, было бы... Держаться. О, у меня просто колесо... Ой, все. Держаться. Нет. Дымлюсь. У меня все, у меня тачка, да? Полностью мертвая, да. А я какая бэха, там... какая бэха, слушайте. На максималке я взлетаю. Бенза мало, очень мало. Нет, доехать. Все, красный движок, ребята, тупо лечу по накату. Ты доедешь точно. Пожалуйста, рулись. Да, доедешь. Доезжаю, не, фух, да, такой. Да, да, не, крутая бэха, да, реально. Фух, доехал. Кто-то так. Едет, кто-то едет, это Паша, ты нет. Ой, нет, это господи. Не Паша, это бот. Бот проезжает мой тоже на финиш. Так, Паша, давайте посмотрим, мы за это кем-то. Паша. Если кто-то едет 140 скорость, это кто такой? Непонятно, едет? Кто едет. Да, а что-то не скорость у половичков вообще нет, да, получается, или что? Да, немедленно. 212 еда.
А ты приехал, да, уже, Гриш, получается, на финише? Да, все, я уже приехал. А, значит, ты вот и был, да? Все, я понял. Так, ну не знаю, кто из них... А, раньше. Я не знаю, кто из них Паша, честное слово, то есть вообще непонятно. Но Паша где-то едет. Короче... Короче, потом на стриме, ребят, посмотрите где-нибудь вот на этом, я на видосике. Я обгоняю своего. А, вот, значит, Паша вот едет слева, все, я понял, да, обгоняет половичка. Таксист на заказ едет. Ладно, короче, это бал мой, самое главное, впереди последний раунд, давайте приготовимся к нему. Итак, последний раунд. Итак, Паша, спавни себе рандомную тачку. У меня есть две попытки, кстати говоря, наконец-то хоть что-то. Так, пока Паша делает себе, Паша загружается. Что-то там Паша загружается. Пятнашка. Пятнашка была пола, стала пятнашка. Понял, давай, Гриш, теперь ты грузи себе. Нормально, нормально, неплохо. Так, у Гриши загружается что-то, я вижу. Audi R7 новая. А, слушай, прикольно, прикольно. Да, теперь да, я да. делаю себе, у меня это пока не появляется. Сейчас посмотрим. Ой, я понял, что мне выпало, это что-то... О, это блин. Монстр. Тогда тоже загружается. Короче, я хочу заменить ее, честно говоря, потому что из-за подвески, мне кажется, тупо не доеду. А у меня Honda Civic выпала в итоге, слушайте. Но не знаю, не знаю, доеду, не доеду. Она громкая, капец. Наверное, ладно. Такое, да. Окей, мы готовы, ребят. Я там перепутал, я сделал на одного бота больше, но это будет прикольно все равно, поэтому... Так, давай, Паша, счет, и мы запускаем ботов. Раз, два, три. Поехали, так, и... Ой-ой-ой, с трудом как-то стартанул, ну ладно. Ага. Так, значит, Паша там немножко сзади, да, но, возможно, разгонится еще. Не знаю, не знаю, не знаю. Ой. Так, Гриш справа, я понял, на своей аудюхе едет. Так, да, я на да. Хонде здесь вот слева еду. О, хорошо, с братками. Да, реально? Мои присел, даже быстрее, да. чем я поехал. Что за бред? Реально? А не знают толк просто переключения. Да, да, да. На механике. Знают, когда втыкать. У моей Audi, у бота что-то из-под нищи торчит. Реально? То ли выхлоп, то ли коробка вывалилась, то ли хрен знает. Давай, 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 давай. Слушай, ну пока твои впереди, но я, в принципе, еду неплохо. Я, в принципе, еду неплохо, но... Скорость так-то классная, честно говоря, ребята, у меня. У меня пик, багажник открыт, дверь открыта. А серьезно? Я погнал, да, всех своих? Да, ботов? Да, да. Да-да, я еду первый из всех своих. Там только 4 Гришина, реально все вот Audi первые едут, реально, просто. Да-да-да. О, нет, у меня колесо отвалилось на скорости. Я взлетел и перевернулся, нет! Ой, и бот так же мой. Не-не-не-не. Остановись в воде. О, идеально, остановился в воде. Все, поехали, поехали, еще поехали. Еще у кого-то колесо отлетело, или это мое до сих пор катится? Это, походу, мое колесо, я его догоню сейчас. Это меня Паша обогнал сейчас слева? Да. Проехал. Обалдеть, Паша меня на пятнашке обогнал, офигеть. Пацаны, вообще, ребята. Доехал, да? Ну как? Сейчас, или подожди. Долетел, или еще как там? В процессе. А, ты в процессе? Доехал, да? Хорош, хорош. Да. У меня все Audi доехали. А я вижу, да, все Audi. Audi прикольно оказались здесь. Офигеть, что машина дает моя. 260 ехал. 260 и пятнашки? Да. Прикиньте, а мы все доехали. Паша доехал, я сразу после Паши доехал. Это как бы ничего себе оказалось. Блин, на ну самом и по колесом деле. Долбанул только что. Серьезно? Окей, друзья, это было прикольно и весело. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. И всем удачки, всем пока. Пока-пока.